Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в 7 муниципалитетах округа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на Ямале получено 34 положительных теста на COVID-19. Из этого количества заболеваний подтвердилось у 4 вахтовых рабочих. Еще 30 человек заболели в муниципалитетах округа. Самое большое количество положительных тестов получено в Надымском районе – 7. В Муравленко за сутки новых случаев не зарегистрировано. Всего на Ямале госпитализировано 179 пациентов, 9 в тяжелом состоянии. Выздоровел за сутки 61 человек. Количество летальных исходов выросло до 403. За сутки скончался один пациент с коронавирусом в Салехарде.